из седьмой серии турецкого сериала «Альпарслан. Великие сельджуки» вы узнаете, почему Мелик Альпарслан отказался стать наследником, какую цель он преследовал при этом, кого султан Тугру назначит на престол вместо Альпарслана, останется ли жива Акча Хатун, если да, то кто ее спасет, почему Альпагут выстрелил в Акчу, а не в Кикавменаса? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в нашем видео. Итак, почему Аль-Парслан не захотел наследовать престол? Как мы помним, Бозан и Инал Бей в прошлой серии всячески хотели не только подорвать авторитет Сулеймана, но и поссорить его с Аль-Парсланом. В результате Сулейман поверил, что тот все сделал так, чтобы ему было поручено возглавить поход на Воспуракан. Чтобы доказать, что это не так, Аль-Парслан сначала спас своего брата от заговорщиков. В самом конце шестой серии он отказался от наследования престола – Таким образом, он не только в очередной раз отвел от себя подозрения брата, но и показал султану Тугрулу, что его просьба возглавить поход не имела никакого иного умысла, как месть за свою мать. Кого султан Тугрул назначит вместо Аль-Парслана на престол? Мы считаем, что в этот день место наследника так и останется без претендента. Тугрул прекрасно понимает, что Сулейман пока не готов вести государственные дела, а Иналбею до сих пор нет доверия. Что еще мы видели? Стрела попала Акчехатун прямо в область сердца. То, что она останется жива, это без вариантов. Ведь у нее главная женская роль. А поэтому умирать ей рановато. Волнует другой вопрос. Почему Альпагут выстрелил в Акчу, а не в Кикавменоса? Скорее всего, когда Акча и Альпагут были вместе, они предусматривали и этот вариант. Видимо, вдвоем они инсценировали смерть Акчи. Было видно, что Альпагуд целился в это время и в Кекавменоса, но тот даже не обернулся в его сторону. После этого Альпагуд понял, что Текфур доверяет ему на все сто, а значит у него снова появился шанс приносить ценные сведения для сельджуков. Многие заметили, что Караджа видела, как в Акчу вонзилась стрела. Попытается ли она спасти девушку? С одной стороны, она очень хочет избавиться от ее присутствия в стойбище. Однако не стоит забывать, что Караджа теперь следит не только за Акчой, но и за Акенай Хатун. Если Караджа умрет, то Акенай так и останется в тени. В общем, Караджа в последний момент передумает и позовет на помощь. Как мы уже и говорили в прошлом своем видео, Акча больше не встретится с Киковменосом. Это был наш собственный прогноз для канала Турк ТВ. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Кому понравилось, ставьте лайки. Премьера седьмой серии сериала «Альпарслан. Великие сельджуки» состоится на канале ТРТ-1 20 декабря в 8 часов вечера.